Выбором общественных территорий для благоустройства родного города занялись на собрании представители городского учреждения «Парки и скверы» и юные активисты города, школьники и студенты. Мария Ребенкова продолжит. В Доме детского творчества Бредова состоялась встреча представителей учреждения «Мурманские парки и скверы» с активной молодежью города. Так организаторы решили привлечь внимание молодежи к теме благоустройства общественных пространств. Цель сегодняшнего мероприятия – непосредственно поговорить с молодежью о том, чего бы они хотели увидеть в городе, какие у них есть предложения, вопросы, с чем они согласны, что для них приоритетно, и вывести их на диалог того, чтобы они поняли, что они могут в первую очередь принимать участие в решении этих вопросов. Напомним, что 17 апреля жители города могут выбрать приоритетный среди 9 объектов благоустройства в рамках программы формирования городской среды. Городские власти открыты к диалогу и предложениям. Мы очень хотим, да, действительно принять участие в жизни нашего города, потому что мы очень ценим его. И хотелось бы действительно вложить какую-то свою лепту и что-то принести хорошее. Из идей, например, экология, развитие общественного транспорта и уборка дворовых территорий. Говорят, Мурманск достоин самого лучшего. Проголосовать за понравившийся объект может любой житель Мурманской области старше 14 лет. Голосование продлится до 31 мая на сайте 51.городсреда.ру.